Здравствуйте, в эфире новости общественного российского телевидения. Мы продолжаем знакомить вас с событиями в стране и за рубежом. Президент Борис Ельцин и секретарь Совета безопасности России Александр Лебедь сегодня в ходе рабочей встречи обсудили концепцию и основные направления работы Совета безопасности Российской Федерации. Предложенный проект положения о дальнейшей деятельности ведомства был одобрен главой государства в целом. Александру Лебедю поручено подготовить этот документ к подписанию. Как известно, Борис Ельцин лично поручил Александру Лебедю разработать и другой документ – план борьбы с организованной преступностью. В этой связи с особой остротой встает вопрос о координации действий всех правоохранительных органов страны. Об этом сегодня и шла речь на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России, посвященной борьбе с коррупцией и преступностью. В расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры приняли участие члены Кабинета министров, уполномоченные представители Федерального собрания и Верховного суда России. На заседании было отмечено, что должностные преступления нашли наиболее питательную среду в Госкомимущество, Центробанке, Минздравмедпроме, Министерстве сельского хозяйства, Минобороне, МВД, налоговой полиции, таможенном комитете. В наибольшей степени подвержены коррупции местные органы власти. Однако, по утверждению выступавших, злоупотреблений хватает и в высших эшелонах власти. Ряд преступлений совершен ответственными работниками Центрального аппарата госкомимущества. В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении первого заместителя председателя этого комитета Мостового, который, по данным следственных органов, будучи представителем государства в акционерном обществе «Ленсолото», злоупотребляя служебным положением, внес в документы «Общество изменения», позволившие иностранному инвестору приобрести акции фонда по заниженной цене, чем причинен государству ущерб более чем на $215 миллионов США. Если по данным прокуратуры наиболее криминальным остается банковское дело, то максимально безобразным выглядит коррупция в армии. Ее масштабы имеют здесь массовый характер. Например, в Забайкальском военном округе главная военная прокуратура изобличила во взяточничестве всех работников тыла. Закрывая заседание коллегии, генеральный прокурор России Юрий Скуратов внес предложение разработать федеральную программу борьбы с коррупцией. При этом он подчеркнул, что от сенсаций необходимо перейти к повседневной кропотливой работе, и тогда, года через три, можно будет покончить с волной служебных злоупотреблений. Игорь Демин, Александр Летичевский, ОРТ. Председатель Комитета Госдумы по обороне Лев Рохлин продолжает настаивать на достоверности сообщенных им на минувшей неделе фактах коррупции в руководстве Министерства обороны. Выступая сегодня на пресс-конференции в Госдуме, генерал подчеркнул, что он готов нести личную ответственность перед каждым за сказанное. Боевой генерал Лев Рохлин, а сейчас председатель Думского комитета по обороне, вступив на политическое минное поле, реально оценивает свои силы и возможности, а также все последствия истории с разоблачениями. Я готов идти на любые жертвы. Знаю, что меня забьют компроматами. Это абсолютно нетрудно. Притом будут называть вот так, как, к примеру, названо со 131-й бригадой. Накануне главком военно-десантных войск Подколзин обвинил Льва Рохлина в гибели 131-й бригады. 131-й отдельной мотострелковой бригадой я не командовал не только ни одного дня, не командовал ни минуты, ни секунды. Лев Рохлин надеется на поддержку, так как уверен, что ему противостоят богатые и более влиятельные люди. Но очень правильно сказал генерал армии Кобец, что были такие моменты, что я будто бы выступил для того, чтобы отдельные претенденты не могли стать министрами обороны. И это тоже правильно, частично. Частично правильно. Это смертельно для нашей армии, что после Павла Сергеевича Грачева еще стал бы министром обороны генерал армии Кобец. Рохлин отрицает всякие личные мотивы по отношению к Кобцу и говорит, что почти с ним не знаком. А то, что Кобец отрицает связи своего сына с фирмой «Люкон», Лев Рохлин объясняет просто. Нужно совсем немного времени, чтобы переделать все компрометирующие документы. У самого же Рохлина на все названные им факты есть документальные доказательства. И он готов нести личную ответственность. Тем не менее, Лев Рохлин сомневается, что кто-то из названных генералов подаст на него в суд.
Председатель комитета не успел согласовать свой разоблачительный доклад ни с фракцией, ни с комитетом, ни с кем-то из высших чиновников. А с Александром Ивановичем Лебедем у меня никакого контакта абсолютно не было. Лев Рохлин ни о чем не сожалеет, считая, что все сделал правильно. А дальнейшее развитие событий ждет 19 июля. На этот день в Думу приглашен главный военный прокурор. Влада Вишневская, Аркадий Громов, ОРТ. Ситуация в Чеченской республике сегодня была затронута на первой рабочей встрече премьера Виктора Черномырдина с секретарем Совета безопасности Александром Лебедем. Как сообщил ИТАР-ТАСС, на этой встрече обсуждался вопрос подключения Александра Лебедя к работе в Государственной комиссии по урегулированию кризиса в Чечне под председательством Виктора Черномырдина. Последние события в Чечне премьер также обсудил сегодня и с первым вице-премьером Олегом Лобовым, руководителем федеральной делегации на переговорах с чеченскими сепаратистами. Как сообщило агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу федеральной группировки российских войск в Чечне, сегодня в Грозный прибыл новый командующий группировкой генерал-лейтенант Константин Пуликовский. Сообщения о том, что он сменил на этом посту генерала Вячеслава Тихомирова, появились в информационных агентствах с раннего утра. Между тем, позже ИТАР-ТАСС передал содержание интервью с генералом Тихомировым. В нем Вячеслав Тихомиров заявил, что он продолжает командовать федеральной группировкой в Чечне и опроверг сообщение о назначении на эту должность генерала Пуликовского. В настоящий момент и в управлении информацией Министерства обороны пока не располагают какими-либо официальными документами о перемещении генерала Тихомирова на другую должность. История по меньшей мере странная. Между тем, по сообщениям различных источников, ситуация в Чечне остается сложной. Только за минувшие сутки позиции федералов обстреливались 11 раз. Один военнослужащий погиб, трое ранены. Как заявил сегодня командующий войсками Министерства обороны в Чечне генерал-майор Шаманов, боевики всячески пытаются повернуть события в русло 95-го года, когда сложилась ситуация ни мира, ни войны. По словам Шаманова, ни одно бандформирование пока оружие не сдало. По-прежнему продолжается мобилизация вооруженные отряды 14-15-летних юношей. Однако, подчеркнул генерал, процесс урегулирования в тупик не зашел. Он скорее приобрел вялотекущий характер. А точки над «и» должен расставить визит в Чечню Александра Лебедя. С интересом ожидают приезда секретаря Совета безопасности и представители руководства чеченских сепаратистов. Как сообщил нам пресс-секретарь Госкомиссии по урегулированию чеченского кризиса Сергей Слипченко, Лебедь уже подключился к работе в комиссии. Сейчас он ведет активные консультации с членами рабочей группы и в ближайшее время посетит республику. Причем, по словам его представителя Юрия Русова, секретарь Совета безопасности будет иметь дело только с законно избранным главой Чечни. А встреча Александра Лебедя с преемником Дудаева Яндарбиевым состоится только в том случае, если ее сочтет полезной доку Завгаев. Александр Анасовский, ОРТ. Сегодня в Москве состоялась плановая рабочая встреча президента России Бориса Ельцина с главой внешнеполитического ведомства Евгением Примаковым. По завершении этой встречи министр отбыл с визитом в Туркменистан. Сегодня в Ашхабаде должна состояться его рабочая встреча с президентом республики Сапармурадом Ниязовым. Глава МИД России встретится также с российскими дипломатами, руководством военной группы пограничных войск и членами русской общины из Таджикистана. Не исключена встреча Евгения Примакова с представителями таджикской оппозиции. Между тем, сегодня в Государственной Думе Российской Федерации проходят парламентские слушания о целесообразности пребывания российских войск в Таджикистане. Вполне вероятно, что депутаты попытаются по-своему оценить итоги миротворческой операции российских войск в преддверии нового раунда межтаджикских переговоров, открывающихся в Ашхабаде. Переговоры, которые на этот раз с правительственной стороны возглавил министр иностранных дел Таджикистана Толбак Назаров, до последнего времени были на грани срыва из-за непрекращающихся ожесточенных боевых действий у райцентра Тавильдары. Теперь, когда стороны все же согласились на встречу в Ашхабаде под патронажем президента Туркменистана Сапармурата Ниязова и министра иностранных дел России Евгения Примакова, вновь встает вопрос – по какому же сценарию будет развиваться таджикский кризис? Самое разумное, по всей вероятности, было бы снять все предварительные условия и без всяких требований продлить договоренность о прекращении огня. Однако, судя по предыдущим 5 этапам переговоров и соглашению, подписанному 17 мая прошлого года главой таджикского государства Эмомали Рахмоновым и лидером объединенной таджикской оппозиции Саидом Абдулло Нури, каких-либо существенных успехов на нынешних переговорах достичь будет сложно. Война продолжается, приобретает затяжной, изматывающий стороны характер. Объединенная оппозиция рассчитывает на решительный удар в горном Бадахшане. Этим летом спешно переправляет из Афганистана подкрепление. Военные аналитики полагают, что резервов у оппозиции остается совсем немного.
Рассчитывая на это и полагаясь на политическую и материальную поддержку России, официальный Душанбе вряд ли пойдет на существенные уступки. В этой ситуации крайними остаются российские пограничники. Их задача – охрана государственной границы, а именно через нее идут подкрепления таджикской оппозиции. Если на границе действительно пока затишье, то в Припомире идет настоящая война. По мнению боевого командира Махмуда Худойбердыева, война нечестная. Выдвинув вперед мирных жителей, боевики перешли в наступление и вновь отбили районный центр Тавильдару. Мы можем зайти сейчас в Тавильдару, но оппозиция поставляет мирное население. Если вход наш в Тавильдару, это приведет к сильному разрушению этого поселка. И мы не хотим, чтобы там погибало мирное население. И лишь из-за этого правительственные войска не предпринимают решительных действий. Я обращаюсь к Абдул-Нури, если он слышит меня, он должен прекратить эти боевые действия. Абдул-Нури родился в этом поселке Тавильдаре. И пусть он пожалеет этот Тавильдару. Не надо же в такое состояние приводить этот поселок. Михаил Никулин, Борис Арамов, Среднеазиатское бюро ОРТ из Таджикистана. В Латвии сегодня официально вступил в должность главы государства на очередной трехлетний срок, повторно избранный на этот пост Гунтис Улманис. Торжественная церемония инаугурации состоялась на внеочередном заседании латвийского парламента. На ней Гунтис Улманис произнес торжественную присягу, обещав и в дальнейшем способствовать благосостоянию страны и ее жителей. После церемонии нашему корреспонденту удалось взять у него интервью. «Я уверен, что теперь взаимоотношения с Россией будут улучшаться», сказал после принятия присяги президент Латвии Гунтис Улманис. «Мой оптимизм базируется на том, что я чувствую, что с российской стороны, со стороны президента Ельцина, сегодняшнее правительство России, есть желание встречи». В результате парламентского голосования Гунтис Улманис был переизбран теми же 53 голосами «за», как и 3 года назад, став тогда первым после восстановления независимости президентом Латвии. Еще на 3 года латвийский Сейм доверил управление страной 57-летнему Гунтису Улманису, который не раз подчеркивал необходимость трезвости и реализма в отношении к соседям. Я думаю, что наши политики, российские политики, найдут ту дорожку, которая сблизит и создаст нормальные условия для существования 2 суверенных независимых стран. У меня нет сомнений в этом просто. Людмила Львова, Алнис Зандерсен, Балтийское бюро ОРТ из Риги. Новый премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху свой первый зарубежный официальный визит нанесет в США. Главная цель начинающихся во вторник переговоров с президентом Биллом Клинтоном – дальнейшее укрепление сотрудничества между 2 странами, а также активизация совместной борьбы с исламским фундаментализмом и развитие мирного процесса на Ближнем Востоке. В парламенте Турции в результате сегодняшнего голосования действующий кабинет министров получил вотум доверия. Сейчас его возглавляет лидер происламской партии благоденствия Нажмеддин Эрбакан. Правительство сформировано на основе коалиции, возглавляемой им партии благоденствия, и правоцентристской партии Тансу Чилер, занимающей должность в правительстве заместителя премьера и министра иностранных дел. Правление в стране осуществляется по принципу попеременного премьерства Эрбакана и Чилер. Первый 2-годичный срок выпал на долю лидера происламской партии Эрбакана. Получив в ходе сегодняшнего голосования большинство голосов, правительство, по-видимому, продолжит свою работу вплоть до назначения новых выборов президентом страны Сулейманом Демирелем. Северная Корея отмечает сегодня 2-ю годовщину со дня кончины президента страны Ким Ир Сена. В центре Пхеньяна гигантской бронзовой статуи покойного вождя люди приносили живые цветы. 2 самые крупные цветочные корзины были присланы новым корейским лидером Ким Чен Иром и его сестрой. Сын и официальный преемник умершего 2 года назад великого кормчего Северной Кореи находился в числе высших партийных деятелей, которые, стоя на трибуне бывшего президентского дворца Ким Сусан, ставшего усыпальницей покойного вождя, принимали участие в центральном траурном митинге. На нем много говорили о неизменности курса строительства самобытного социализма в КНДР, и, как обычно, выступления сопровождались резкими высказываниями в адрес южного соседа и его покровителя Соединенных Штатов Америки. В Китае 10 миллионов человек оказались в зоне наводнения. Ливневые дожди, продолжавшиеся в центральном и южном Китае несколько дней, привели к сильнейшему разливу главной реки страны Янцзы. Эти районы республики находятся под 3-метровым слоем воды и грязи. Свыше 760 тысяч жителей, среди которых почти треть – дети и старики, до сих пор являются заложниками разбушевавшейся стихии.
По мнению ученых, одной из причин подобных катаклизмов является глобальное потепление на планете, вызванное промышленной деятельностью человека. О том, как остановить этот процесс, пойдет сегодня речь в Женеве на второй сессии участников Конвенции ООН по изменению климата. В далекой Австралии впервые в мире эвтаназия, легкая смерть, разрешена законом. В северной территории Австралии вступил в силу закон, согласно которому неизлечимо больные люди могут прервать свою жизнь. Долгий разговор о праве человека на достойный уход из жизни с помощью медицины считался преступным. Дебаты велись вокруг вопроса, могут ли врачи, принесшие клятву Гиппократа и обязанные бороться за жизнь пациента, по существу помогать человеку в самоубийстве. Особый интерес к этой проблеме вызвало громкое судебное дело врача Джека Кеваркяна, который с помощью машины смерти собственного изобретения помог умереть безнадежно больной. Кеваркян был оправдан судом, но не общественностью. Как показала практика, жаждущих избавления от страданий с помощью легкой смерти не так уж мало. Уже есть люди, которые переехали на постоянное жительство в северную территорию Австралии, чтобы действие нового закона распространилось и на них. Эти люди могут уйти из жизни посредством введения в их кровь с помощью медицинского персонала быстродействующего яда. Но лишь в том случае, если не менее 3 врачей, в том числе психиатр, подтвердят неизлечимость больного. И, несомненно, лишь при желании последнего. После письменного оформления документов, подтверждающих это, решившему покончить с собой дают 2 недели на обдумывание. Из желающих прибегнуть к эвтаназии уже образовалась скорбная очередь. Татьяна Зайченко, ОРТ. И прежде чем передать слово нашему спортивному комментатору, еще об одном сегодняшнем событии. Российская академия наук отметила сегодня 60-летний юбилей своего президента Юрия Осипова. Юбиляр хотел уклониться от публичных празднований, но друзья не позволили. Друзьями Юрия Сергеевича Осипова объявили себя сегодня ученые всех отделений Российской академии, ибо он, ставший президентом в самое трудное перестроечное время в декабре 91-го, сумел добиться того, что ни один институт за эти 5 лет не закрылся, а сама академия, переболев, даже сделала уже шаг вперед. Самое главное, чтобы были условия для работы. И ведь многие неправильно понимают, допустим, требования, ну не требования, а просьбы наших ученых. Ведь речь идет не столько о повышении зарплаты, сколько о возможности заниматься наукой. Автор более чем 150 научных работ, математик, награжденный высшими нашими орденами и лауреатскими титулами, Юрий Осипов, еще и член Всемирной академии искусств и наук и рыцарь ордена Белого Креста. Правда, что это значит, до сих пор не разобрался. Уж если судьба берется награждать, делает это всегда щедро. Банкет будет вечером, а пока Академия переживает обычные хлопоты больших праздников. Звонят телефоны, приносят телеграммы, простые и правительственные, тянутся гости с подарками. А цветы стоят всюду, даже в ведрах. Кира Григорьева, Ефим Яковлев, ОРТ из Академии наук. Коротко о спорте. Здравствуйте. Финал уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде, безусловно, стал главным событием дня минувшего. Матч между голландцем Рихардом Крайчиком и Эмалеваем Вашингтоном из США, проходивший с перерывами из-за дождя 2 часа 40 минут, завершился победой голландского теннисиста 6-3, 6-4, 6-3. Восьмой этап велогонки Тур де Франс, разделку на 30,5 километров, выиграл наш Евгений Берзин, сохранивший за собой желтую майку лидера. В Стамбуле завершился чемпионат Европы по баскетболу среди юниоров. Золотые медали, обыграв команду Испании 85-81, завоевала сборная Литвы. Это пока все о спорте. До свидания.